Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И дальше еще одно слово. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Я вчера говорил на это. Я уже не знаю, сколько проповедей говорил, и вижу, что за всю жизнь это нельзя никуда деть. А почему? Потому что вот я еще уже сказал, какие последствия этого, когда отступали государства от Бога. Раньше не замечал как-то, просил, молился всю неделю. И оказывается, жест определенный, если всякий посмотрит и махнет рукой, как это бесполезно, и посвищет. Притом в разные эпохи, между ними тысячи лет разница, и все говорят о свисте. Почему? Радио телевидения не было, а человек постоит, свистит, что они развалины. А как командовали, какие власти были, какой социализм, какой фашизм, ничего нету. Из-за чего? Причина только одна. Вот это правило не выполняли. Еще раз читаем. Напрягитесь сегодня. Я хочу, чтобы сегодня как землетрясение прошло, как цунами по нашим мозгам. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Кто не будет веровать, осужден будет. А почему о крещении говорится? Впереди, кто будет веровать и креститься. И здесь должно было, что не будет веровать и не будет креститься. А раз не будет веровать, и крещения нету. У нас, я говорю о православных, где что ни тронь, там огонь. Это даже сказать невозможно. Мы веру-то евангельскую не знаем. Почему? А вот она где. Мне пришлось много ездить по приглашению митрополита Виталия в Америку, в Канаду. Ну, Господь от Канады как-то отвел. Сколько пришлось ездить везде, выступать. Здесь мы прошли все государства Европы. Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция, Юг. И скажу, я не знаю, кому как это подойдет. Мы все, главное, это упор делали на встрече с православными. Нигде, ни сегодня, ни вчера, ни тысячу лет назад, а это сегодня у нас идет 5731 год, чтобы вот так вот у православных или у верующих на каждом шагу было Слово Божие. Вот вы видите, у нас тут написано. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Ты когда Библию-то читал, мерзавец? Мерзость. Если женщина одевает мужскую одежду в брюках, мы в городе плывем в мерзости в одной. Мерзавки одни идут. Это Слово Божие говорит. Молитва, ты пришел один раз, прочитал. Да Господи, а я когда читал-то? Это все дни я был мерзавец. Так. Если бы ты считала то, что написано в Библии, ты бы такой не была, душа моя. А какое у вас были в жизни события, мне вот спрашивают, хотели бы, чтобы его не было. Самое главное, что я не слышал о Христе. В 23 года первый раз я увидел Библию глазами. В 23 года. Но мне не надо было говорить, убеждать, что сейчас делаем. И мне дали Библию, положили, а сами в другой комнате обедают. Они когда через полчаса зашли, я не могу стоять уже, скорее давайте молиться. Я нашел то, что искал. Атеистическую литературу покупал, там по одной выдержке бывает на что нападать, а надо привести. Я не понимал, что цифры это означают. Я как глянул назад, одна мерзость в жизни моей. Я не делал, что люди делают. Мать сказала, нельзя у пионеру вступать, танцевать, женщинами делами. Меня Бог спас. Но суть-то заключается в другом. Перерождения-то нет. Все плотское. Занимаюсь непрерывно спортом, готовлюсь отомстить коммунистам. Стреляю на ходу, с ружья любого ружья могу снять с велосипеда. И я понял, что я не просто не знаю, я погибший. Господи, стал читать первый раз, когда кого меня пригласили, кто, и они там обедают, я читаю Матфея, помню, до пятой главы дочитал. Выписывать нечего, все божественно. Что же это за книга такая? Я читал, и как будто слова кто читал, как будто аудиозапись какая-то была. И когда я сказал Богу, прошу прощения на коленях, тут уж четко я услышал, по всем углам пошло, верю, 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 вот так вот. Но на сегодняшний день я вспоминаю. Вот я хочу сегодня, чтобы вы это поняли. Вот смотрите,
Вы где много бывали? Нет, не знаю. Мы проехали, я говорю, где пришлось быть. Везде православные люди встречаются, но нигде нету, чтоб таким авторитетом пользоваться. Библию православных. Это вещь неслыханная. Никогда этого не было. Никогда. Я много занимался, считал и отвечаю за эти слова. Вот здесь сегодня я зажигал свет, везде по помещениям прошел и прочитал. Сколько? 81 место из Библии у нас везде. 81. И плюс еще 4 на входе и при входе. Я уж не стал туда выходить. Даже одного места Писания нету нигде. А если есть там пославяне такими буквами, что кто писал, не знает, что писал. Еще раз прошу, напрягите внимательно. Еще раз прочти, брат. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот это нужно знать. Сегодня я хочу, как узнать это слово, предвосхитить. Заранее сказать надо. Вот чтобы вы сегодня у себя дома проверили обстановку, что у вас там стоит, где посуда. Все проверить до постели. И посмотреть, это нужно или не нужно. Вот есть такие люди, которые заново пришли в другие государства, у них огненное служение. Я не догадался, что они нужные вещи выносят в отдельный определенный день и все сжигают. Давайте некому, все живут хорошо. Я говорю о духовном. Вынуть из себя это. Я говорю о землетрясении. Если бы предупредили в Спитаке 11 тысяч за 10 секунд, они бы не умерли. Если предупредили в Ашхабаде туркменам, было бы по-другому. Советская власть все скрывала, а речь шла о гибели 120 тысяч. Я сегодня необычно хочу сказать, в стихотворной форме, как это выглядит. Земля тряслась, волною колебания было прокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркмена, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были, несомненно, и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах, то экскурсанты записи вели. Мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были, посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до тех пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографы Господни по церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем, а там сошли с фундамента столпы. И гнется трость пред утонченной ложью, и вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить: «Я приложу все силы и старания, что Божий дом опять восстановить». Поменьше тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше тех, кому одно нужно, чтоб в списках общин числились они. Это же про нас говорится. И написал-то узник неправославный Храпов. Мы будем сейчас читать места Писания, которые слово предваряют, ставят на первое место. Я хочу, чтобы вы запомнили то, что сегодня я говорю. Мне это с таким трудом удалось говорить, не говорить. Новое место просто, ну, конца края. Матфея, 17 глава. Марка считает, сейчас Матфея. 17. С 24 по 27. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрах и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины? Или с подати? Или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр сказал ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Ну, сегодня можно так. Президент готовится на рыбалку заранее. Специально аквалангисты, большие рыбины у них, и сидят. Он такую удочку забросил, сразу раз нацепили, он вытаскивает. Никто не ловил. Поймали-то в другом озере.
Вот у нас такая показуха бывает, когда приезжают архиереи, тут столько суеты. Ну, мы просто однажды должны на это посмотреть с трезвыми глазами. Только приехал здесь архиерей, а в другом месте патриарх Аме звонит, и не где-то, а из органа, полковник, и говорит, а что они тут на глазах моют руки, расчесываются, они не знали, что это дома надо делать. А это официально. И вокруг еще там семинаристы пуговки застегивают, а он что, не умеет застегиваться? Понимаете, нам не обвинение ставят, и даже скрытая насмешка в этом. А эти минуты можно было сказать людям, покайтесь и веруйте в Евангелие. В Евангелие, повторяю, 81 фраза, стихи, этого никогда нигде не было. Иначе есть люди, которые понимают. Я прошу, о чем говорить, помолиться. И написали патриарху Кириллу обо мне вот такое. И говорит, ваше святейшество, там, пригласите этого человека как советника. Вам очень поможет это. И мне оттуда пришел ответ. Я тут засобирался, начал все собирать, все с собой взять, симфонию, Библию. А ответ пришел в письменном виде, с синей печатью, с удовольствием. Но сейчас популярная болезнь, из-за нее нельзя. Ну, ничего не сделаешь. Значит, об этом тоже надо помолиться. А может ли это быть? У Бога все возможно. Если уж бы Господь встретился с нами и разговариваем с Ним на «ты», то ясно дело, что с земным владыкой, какой бы он ни был, встреча облегчается, что он такой же, как мы. Далее. Марк 6:33. Предваряет он. Вот интересно, какие-то чудеса может поделать. А вот одно есть чудо на земле, которое Антихрист не сможет сделать. Вы не знаете, где искать его? И говорит, когда дети маленькие, младенцы, грудные, кричали, Иисус, сын Давидов, там, вот, сатана не сможет сделать. И этим поразил врага. Малых детей, младенцев, затем верующие, тут крещенные, дьявол не имеет над ними никакой силы. И он все сделает, воскрешать призрачно будет. С неба огонь сводить будет. А дети все молчат. Это стереть и сказать, его не было. Главный удар сатана делает на воскресение Иисуса Христа. Христос еще не воскрес, а уже суетятся. Уже с деньгами. Что делать дальше будет? И верующие не знают, что делать. Иисус придет воскресший и будет упрекать их за неверие. А они что решили? Воскрес Христос. Все сдвинулось. Ангелы. Они в ужасе. И когда стали докладывать, а вы скажите, что мы заснули, и в это время ученики его украли. Ну, если украли, и вы спали, так откуда вы знаете, что ученики-то? Это первое. А во второе, а кто вот тот, что на нем было надето и свернуто? Оно прилипает, там только можно отрезать кусочками. Ну, и получили денег немало. А потом, спустя столетия, приходят люди, их много очень на земле, которые говорят, а он и не воскресал, он и не был умерщвлен. Это другой за него, там брат его был. Я встречаюсь с этими людьми каждый день. И они каждый раз задают, а вы за кого считаете Иисуса? Второе лицо Троицы, Бога человек. Нет, у нас он тоже есть. Это пророк, пророк. Пророк за нас не умирал. Да он не может умереть, потому что сам такой же грешный. Вот о чем я говорю, вы упор везде, на остановках, где бы ни были, вопияйте громко и говорите, Христос распятый воскрес, и Он ждет нас с покаянием. Сегодня не поздно, сегодня, завтра уже не будет этого. Я слово предваряю, хочу раскрыть. Прочитай, пожалуйста. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Видите как? Предупреждать надо. Люди не знают этого. Вот когда говоришь, я должна, некоторые спят тут даже, некоторые томятся этим. Будет время, оно уже рядом. А вы знаете, цунами что это? На море волна такая идет. Я плавал на море, знаю, на Балтике, Тихом океане там. Там совсем небольшая волна. Колебнет маленько и все. Но приближаясь к берегу, она начинает поднимать как язык. И наконец поднимает на несколько десятков метров. И все, что было здесь, город там, и для него разве нет, она все сметает, никого нету. И вот когда там где-то в Таиланде это ударило, и вдруг наши, что удивительно, кажется, Алексей II, патриарх, сказал, там самые развратники были. Ну, с детьми и проще едут туда, они там за денег все это отдают. Господь одним махом все смел, никого не чисто, начинайте по-новому работать.
Я хочу, чтобы Слово Божие, как цунами, прошло сегодня по нашему сердцу, по мозгам, и мы на чистом месте посеяли необходимость свидетельствовать. Когда умрешь, ничего не надо, что было. Вы сегодня слышали, ешь, душа, пей, веселись на многие годы. Знает, сколько жить ему, все. Безумный! В эту ночь, то есть до следующего утра не доживешь, душу возьмут. Не я возьму, другие возьмут. Вы с неверующими говорите, неверующих за гробом нет. Первая секунда, душа только оторвалась, и он сразу видит. Все это есть. Есть гиена огненная, есть нечистые падшие ангелы, которые тащат его. Он пытается кричать, никто не слышит, не видит. Которые воскресли и говорит, я говорю, я вижу это все. Ну, молились, видимо, ну, клиническая смерть там была или что-то. Ну, клиническая смерть, ну, 20 минут, ну, 2 дня может она быть. 2 дня полностью, и над ней оперируют, тем более это в Барнауле было, Клавдия Устюжанина, я встречался несколько раз с ней. И она все это увидела. И что интересно, видения, которые там, православные сектантов, резко отличаются. По другой тропе их ведут или что. «Бежавшие из ада» есть такое, так, кажется, фильм называется. Да. Желаю, чтобы посмотрели. Далее, предваряет все время, Римлянам 12:10-21. Другое время не считаете, я беру просто целые пакеты. Римлянам 12:10-21. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Да, почтительности. Я тебе стул даю, а ты мне, братом, ты угощаешь. Нет, я первый должен угостить тебя. Предупреждать. Вот это слово предупреждать означает, мы должны быть, простите за это выражение, профессионала своего дела. Я христианин. Понимаете, вот я вот вспоминаю, когда у меня близкие отношения были с прокурором края, Парасхун Юрий Федорович. Я когда к нему пришел, уже после того, как освободился. А у него тоже заместитель, ну, этот был генерал-лейтенант, а тот как тоже генерал. И он только зашел. А тут сидит какое-то, видимо, совещание, все прокуроры с районов. И ко всем обращают, а вы знаете, кто нам сегодня пришел на меня, называет им. А кто знает-то, ничего не знают. Так мы у него изъяли все. Я с ним недавно на остановке встретился и сказал, наверное, проклинайте нас. А он сказал, нет, мы молимся за вас. Знаете, он меня прошиб, говорит. Он никогда этого не слышал, почему об этом молиться надо. Если ты не угоден Богу, мир тебя признает своим. Ничего. Но если на тебя со всех сторон будет нападать... Время тратить на это, чтобы осквернить имя, дела. Ты знай, ты угодил Богу. И благодари. Потому что у них нет избрания духовного, есть избрание дьявола. Вот это последнее время, вот сейчас ко мне ролик за роликом составляют в интернете, нарезки делают из моих... А что они делают, когда у меня 23 тысячи своих роликов? И там срамота одна. Но они ничего не прибавляют. Когда стали прибавлять, голову отрезать, тут я дал сигнал прокуратуру. Оказалось, государство рядом Казахстан, и там навели такой, как говорят, порядок. То больше нигде нету, все убрали, как никогда не было. Но я знаю одно, что сатана лютует. А раз он лютует, и те, которые пишут, они точно знают, в чем обвиняют, у них этого нет. А это все убрать, за что они на меня нападают, тогда у них ничего и нет. А еще детский лагерь, уже его и нету, они даже не знают. И всякую скверну. Помолитесь, чтобы молитва моя не угасала. И днем, и ночью я взываю не Господи, да они же ничего не знают. Ну, прости им, как малые дети, которые разыгрались. Хохочет, кляузничает, лгут. А то 2 дня назад только опять новое. Я говорил, против меня где-то 260 роликов, сегодня намного больше уже. Ну, вместе взять президента, патриарха, намного меньше, которые на них нападают. Почему? Живое слово, это не мое. Живое слово, которое растает новые души. Когда они говорят, вот человек нам такую перспективу давал, и вы его совратили, это на вашей совести. Со мной разговаривает, принимаю. Принимаю, это моя награда. И когда вы явитесь перед Богом, скажите это слово. Господи, мы когда-то были вместе. Помоги, Господи. Даже вот это вот сказать сегодня, и то я маялся, говорится, сегодня с 3 часов все еще перебирал. Все ли надо говорить или нельзя. Далее. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Духом пламенейте. Еще. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны.
в нуждах святых принимать участие. Ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Ведь если Господь это говорит, конечно, мы имеем право молиться, прости, не знает, что, будь милостив к ним, а уже там ничего нету. Если это верующий Бог, он похулил, может быть, Духа Святого, и его ничего не касается, что не скажешь, у него ничего нету. И вот я посмотрел, около 10 роликов только за неделю против меня выставили. И сидят, и кривляются, хохочут. Они не знают, что в это время душа моя ликует. Господи, гнали, Господь говорит, меня будут гнать и вас. Ибо велика ваша награда на небесах, когда будут поносить ваше имя, как неугодно Господу. Господь утешил нас этим. 1 Фессалоникийцам 4, 15, 18. 15. Да? 4, 15, 18. Ибо сие говори вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках среди них Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Видите, как предварять мы не можем заранее пойти на кладбище и сказать: Господь рядом. Ну, сказать-то можем, но только ничего не сделается из этого. Не успеем, Павел говорит, потому что одновременно кладбище, как сейчас этот ролик хороший, посмотрим, назад, второе пришествие Христа. Содрогание будет смотреть, как Христос является с конницей на небе. Это надо так сделать было все, как ангелы трубят, как молнии летят, бьют в кладбище, а кладбище такие, все трясется, встают скелеты, летит череп, надевается, сразу телом обрастают, уже одеты. Второе пришествие Христа, зарядите, не пожалеете. Огромные там заложены материалы, и есть о чем подумать, как начинается суд Божий. Притом, вопреки Слову Божию, ничего нет. Я вот к чему это говорю. У нас идут занятия непрерывно, практически на каждый день. Вот представьте, не где-то, а началось с нашей общины. Вот эти занятия, которые идут, и этот брат с нами здесь, не постыжусь, считая близким братом. Вот он, брат Сергей. Первый раз он сказал, вот такое-то, давайте собираться. А теперь уже он там не участвует. А теперь распространилось это, и каждый день, через каждые 2 часа дозвон идет и собирает на молитву. В разных местах. Надо предварить. Мне припоминается случай один, я много ездил по Америке. Вот, кажется, это было в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, не помню. Мы едем. И в это время, прямо посередине, движение там, наверное, 5 трасс идет рядом, стоит какой-то негр. Он говорит: тормознем, зря он не будет стоять здесь среди этих-то. И говорит: направо, вы дали сигнал, поворачивать нельзя, там полиция штрафует людей, это тебе $100 с лишним. А почему? Не знаем, что-то там случилось, и перекрыли эту улицу. Шофер говорит: вот это да, проехали маленько, он влево заворачивает. Я говорю: а что, снова к этому человеку подъехать, я должен заплатить ему. Он предварил, заранее предупредил. И кроме того, они могли права у меня отнять-то. Надо быть благодарным. Это так меня тронуло. Видите, русские люди отличались вот этим гостеприимством, вниманием. Повезли меня, я попутно говорю, смотрела, как в скаутских лагерях. А мне говорят: а вы знаете, вот эта девочка какая? Это протодиакон. Герой. Я говорю: а в чем он герой? В Гарлеме, то одни преступники. И он шел, с кем не знаю, и напали на него двое. Он говорит: не бил, ничего, так развел их и стукнул. Один сразу намертво, а у другого голова лопнула. Это он. Ну, сам, конечно, сняли с него. К чему я это говорю? К тому, что без молитвы он не обошелся, я думаю. Потому что эти люди многим делали злое, и через него Господь сделал, так он пострадал. Прости, Господи, и помилуй.
И далее читаем. Псалом 16, 13 по 15. Предваряю заранее. Предупредить. Я говорю, если не знаете, оставайтесь здесь. Заведите у себя то, что требуется, чтобы были в интернете. У нас идут занятия. Вчера радостно такое для меня было. Я только выхожу отсюда, брат подходит один. И говорит, я думаю начать занятие по деянию апостолов. Он все время по Ветхому Завету, отдельно с детьми, с разных стран. Наш брат здесь находящийся. Какие мы счастливые, какие талантливые люди у нас. Даже никогда не подумаешь, как он отреагирует. Когда я ему сказал это, я даже посмотрел, как он засиял, как Серафим Саровский об этом пишет. Ну, значит, благословляете. Видите, вот сколько нежности, а другие, да, он грубый, такой, там то другое. Я говорю, какого я знаю, а какого вы знаете, это так и может быть, многие знают. Но я видел вчера другого. И молитесь, чтобы ему это удалось. Он занятие ведет не с одним двумя человеком. У нас люди с разных стран. И притом можно видеть друг друга. Заведите, попросите, у нас такие мастера есть, программисты. Цены им нету. Чтобы вы могли на молитву приходить. Вот сегодня занятия будут, не считая, которые здесь занятия идут. Я вам сказал, сколько? 81 место Библии у нас здесь только. На столе лежат книги. Этого нигде нету, чтобы лично нам они принадлежали. Мы как автор являемся. Я один-то бы ничего не сделал. И сколько примерно во всех книгах ссылка на Библию 110 тысяч. 110 тысяч раз. Это вообще никогда не было. Там лежит проповедь в стихах. Каждое стихотворение 36 строчек, 9 куплетов, 9 и 4. И против каждой строчки место Библии, откуда взято. Этого никогда не было. И некоторые стали так же делать и говорят, так красиво выглядит. А сколько раз? А что у вас сначала? Место Писания? Нет, сначала стихотворение, под него тогда я уже гляжу, откуда. Я сам не знаю, рука писала это. И у нас эти книги лежат здесь. Это милость Божия, чтобы мы были проповедниками. Идите и проповедуйте. Последний наказ Иисуса Христа, он уходит. Я делаю сравнение, когда родители уезжают, уже на подножке поезда стоит, детям говорит о том, что у него сад. Не забывай там теленка поить, курицам дай вовремя. Ну, другое-то обойдется без меня. Я всего ненадолго, там, недели на полторы уезжаю. Итак, прочитай, пожалуйста. Псалом 16, с 13 по 15. Предварять. Восстань, Господи, предупреди их, не зложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоей, Господи. От людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты, я оставят остаток детям своим. А я вправде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Ведь слово предвари какое? Заранее скажи, это может не быть. Я вчера об этом говорил. Откуда это данные выставили? Священники убили своих матушек. Там зарезали. Ну, вчера страшно читать даже где-то. Голову отрезал в холодильник там. Притом начинает, он больной. А как он больной? Ну, там какие-то шизофрения. Его даже не посадили, отправить на лечение принудительное. Библия не предусматривает. Кто сделал? Да что, в Бога не верил, движимый дьяволом был. Дьявол человек-убийца. Раз они признали, он невменяемый, а кто это делал, тот меняемый. Я только тут понял о том, что у них что-то врачи напишут и спасут его смерть за смерть, да и наше законодательство не одобряет это, то было бы по-другому. Но они не знают, остановились на этом. Он отвечает, да, отвечает. Отвечает даже не за то, главное это, а то, что сердце свое сделал дьяволу потворным. Как Достоевский говорил, идет битва Бога с дьяволом и поле битвы сердца людей. На чью сторону мы встанем, там будет победа. Дьявол ничего не сможет сделать. Подходя к двери, всегда перекреститесь и скажите, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Еще прочитаем. Лука 25, 12. Смотрите, от Псалтыри переходим на Евангелие. Так, 25, 12, 13. Так, а Луки? А какое цифра?
Это 21, вот. Прости, пожалуйста, слепой. 21. Вот оно. Так, 19. Прежде всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут перед царей и правителей за имя мое. И далее. Будет же это вам для свидетельства. Это, вот мы где-то близко к этому стоим. Я предваряю это, говоря. Я все время занимаюсь этим. И днем и ночью прошу Бога открыть события, которые на Ближнем Востоке, они будут началом конца мира. Антихрист объявляет пришедшим. И то, что сейчас идет подготовка храма. Все абсолютно готово уже. И посуду там нашли, которая была спрятана Иеремией. Все опубликую. Ну, мы не знаем, нас это не касается. Но вот такого, что как были здесь у нас. Представьте, сколько у нас книг лежит. И это все подарено в 650 библиотек. То есть мы все время молимся, чтобы Бог показал плоды эти. Сколько людей обращает. Да их никто не берет, книги. Ну, я могу другое сказать. Она еще не успела записать. А книг-то не 2, не 3, а 38. И она сидит, а книги-то, которые тут были, растащили тут же. Ну, хоть дайте я запишу. В другом месте приехал проверить, тут недалеко, Камень-на-Оби. Только половина, покажите, половина. А где вторая? Директор не велела сказывать. А почему? Она домой взяла. Директор. В двух экземплярах в Шишковке здесь, в Барнаульской. Я тоже сомневался. Я говорю, а вы можете показать книги? Пожалуйста, ну там в работе, если двое вынесли две охапки, но одну мы не даем. Вот это вот на руках, которые здесь они считают, но без выноса они все объясняют. То есть это вашими молитвами все это издано. Вы участвуете всего, что я говорю. А одному человеку это немыслимо сделать. Совершенно немыслимо. И сейчас готовится у нас, мы просим помолиться, готовится пятитомник проповеди во свете Святой Библии. Слово «Святая Библия» будет написано. Трехтомник у нас 752 страницы. Проповедь в стихах 880. Эти будут примерно по 1300 страниц. 5 или 6. Я сейчас сколько часов каждый день прожу, глаза не видят, я уже через лупу только смотрю. Успеть? Успеть. Господь предваряет. Поторопитесь. По милости Божией, к истинному православию увеличено на 2 раза книги, Можайск под Москвой. Завтра должны быть, на поезде идут. То, что помолитесь, чтобы все было. Вы знаете, те, которые знают это, они понимают, как это. Это невозможно. Что нас Бог говорит, и мы предваряем, заранее говорим. Так, Матфея 10:20 прочитали? Матфея 10:20, посмотри, пожалуйста, еще. Через эти. Так. 10:20. Матфея. Матфея 10:20. 19:20 даже. 19? Матфея 10 глава с 19 по 20 стих. И потом еще его посмотрим. 1000 лет между ними, а говорят одинаково. Так. 19. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Дух не может говорить то, чего ты не веришь. Это, во-первых, верить надо, а потом готовиться. Когда я узнал, что когда мне в суд выходить, а написано это, я еще раз пересчитал еще речь не о том, что не надо свидетельствовать. А что они зададут? Вопрос. На него какой? Я же не знаю. И поэтому я доверился Богу. И Господь не посрамил. Ну, там сверху заказ был, сколько мне дать, все уже заранее было. Теперь они все это говорят открыто. Я тут начал искать, которые были, там, ну, узнавали, было ли не было раскулачивания. Там. Я потом нашел их и говорю, а как же вы говорили, что не было? Да у меня бабушка, дедушка раскулачены. А вы же сказали, этого не было у меня, заведомо ложные измышления, порочащие общественный государственный строй. Я потом пошел разбираться там везде, кто статью писал. И все попятились назад, да, нас заставляли. И поэтому осуждать-то боязно. Они действительно, может быть, и не знали. Но это-то знало, что раскулачивали. Кто мы такие? У нас наследие-то какое? Впереди какое было? Еще Иова 3:24, 28. Книга Иова. Книга Иова считается одной из самых
древних равняется только с бытием. И неизвестно, в каком месте это было. 24. Примерно. 19-21. Вот. Так, 24. 24. 24. 3, 24, 28. Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. То есть еще ничего нету, а я уже стану, я не могу понять, почему-то. Только дойду, и у нас близкие, которые, матушка, батюшкина, и тетка, видно, ей. Она уборщица работала, и вдруг тряпку уронила, села и зарыдала. А где надела, там начальник подошел, что с вами там, магафон? Я не знаю. А в это время сын покончил жизнь самоубийством. У него нога одна была короче, он сделал свой пистолет, зашел к начальнику и застрелился прямо в кабинете. А она никакого отношения не имеет к этому. Никакого. Кто ей сказал это? Моя мама спит. 10 детей. И вдруг среди ночи соскакивает, никому ничего не говорит, баня далеко. И она бежит в баню. Зачем бежит? Не знаю. Лежит топор, она схватила с топором. Забегает. Мой брат висит в петле. А висит крюк деревянный. Она как ударила, и сразу он только-только был. Ну и пришел в себя. Это нельзя объяснить. Я говорю то, что есть. Предваряет. Предваряет Господь. Еще этого нет. Я говорю, будете искать и не найдете. Берите Евангелие. Подходит одна душа, которая каждый раз спрашивает, какую радость она мне доставляет. У нас же, ну, выразить нельзя, что тут у нас. Зайдите, посмотрите. Я могу определенно сказать, нигде в мире этого нету. Потому что все не просто уникальное, оно единственное. И везде, кто будет веровать и креститься, идите и проповедуйте Евангелие. Так, еще дальше. Так. Ибо ужасно, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Вот. Боитесь или нет? Я говорю, гляжу даже никак. А я когда услышал, что будет суд Божий, еще до Евангелия, а на санях на огромных едем, за сеном там где-то, звезды, у меня только одно желание было – соскочить, бежать, захватиться за голову и кричать по снегу поэтому, зачем я родился. Я не делал, что люди делают. Но я знал, что я погибший и сразу буду в аду. Меня никто не мог обмануть в этом. Ну, я сходил бы в церковь, свечки поставил, там заказал молебен. Мне нельзя было в это. Почему? Сердце говорило, я погибший, я окончательно погибший. И поэтому слово Евангелия с первого дня, в 62-м году, с 27 сентября в 17:00, вливается в меня ежедневно. Я вот ночью, когда здесь бываю, там, по Теряевке, ночью, там, первый час я выхожу на улицу, просил, кто будет со мной ходить. Каждый раз звездное небо или как, и помолиться о всех. В первую очередь, кто не расположен. Помилуй, прости, Господи. Да что остальное, это ведь никакого значения не придаем. Уже умрем и пойдем куда? Вот об этом надо речь. А это, говорит, Иов многострадальный. Стоны предваряют того нету, что сейчас идет. Сейчас идут великие изменения. Я кричу, никто не слышит. Перед тем, как Веспасиан начал осаду Иерусалима, а сын его Тит закончил. И приходил по городу Иерусалиму какой-то человек и непрерывно кричал: «Горе вам! Опять горе вам!» И звали его Иисус. Это имя обыкновенное. Иисус Навин, Иисус Сирахов где-то. И опять. И как только осада началась, и мне горе. Я это принимаю к себе. Я непрерывно кричу: «Проповедуйте, ходите, свидетельствуйте, доколе есть время». Иначе будет слишком поздно. Богу нашему слава. Навеки. За это предупреждение. Аминь. Аминь. Спаси, Христос, что выслушали.